Масштабный ифтар прошел накануне и в Буйнакске. Коллективное разговение на центральном стадионе собрало около 6 тысяч человек. Сюда съехали жители разных городов и районов Центрального территориального округа. На мероприятии звучали нашиды и выступали богословы. Ученые давали ценные наставления, в том числе говорили о высоком воздаянии, уготованном человеку, который накормит постящегося. Отметим, на призыв главы города Исламуддина Нургудаева и имама Центральной мечети Буйнакска Мурада Исмаилова откликнулись сотни предпринимателей, меценатов, руководителей госучреждений и просто рядовых граждан, которые внесли посильный вклад в организацию ифтара.